Современные прически и стрижки помогут вам стать стильным и подчеркнуть свою индивидуальность. Некоторые правила укладки сегодня утром, которые необходимо знать каждому мужчине. Сегодня редко можно встретить мужчину, который ходит в салон лишь раз в год. Поддержание стильной прически стало частью повседневной жизни сильного пола, так же, как и бритье. Наши советы помогут вам в ежедневном уходе за собой. Что важно знать при укладке мужских волос? Для начала определитесь, какую укладку вы хотите. Стильную, аккуратную, как у Джейка Джилленхола, или наоборот, спортивную, взъерошенную, невероятную, как у Джонни Деппа. Сейчас актуальны длинные челки и прикрывающие лицо волосы. Такую прическу унисекс носит, например, Оуэн Уилсон. Дреды, ракезы, прически в стиле панк или с выбритыми на голове племенными мотивами – это дело вкуса или его отсутствия. Главное, помните, что с этой прической вам надо будет ходить на работу. В арсенале современного мужчины для укладки волос, кроме фена и расчески, обязательно должна быть щетка с натуральными щетинками или массажная с каучуковыми или деревянными круглыми зубчиками. Также мужчина может пользоваться утюжком для выпрямления волос, но желательно выбирать качественный утюжок, чтобы не повредить ни волосы, ни кожу вашей головы. Мужчинам нужны подходящие средства для укладки волос. Небольшое количество воска или геля поможет пригладить волосы. Из новейших средств можно отметить крем минеральный, глиноматирующий эффект, пасту моделирующую. Проконсультируйтесь с парикмахером-стилистом, какой препарат максимально подходит к вашему типу волос. Важно использовать разумное количество средства для укладки на ваших волосах, потому как эффект дикообраза или деревянная скованная прическа – все это уже не в моде. Если вы используете воск, то получите в итоге свободно спадающие волосы. Не наносите большое количество геля для укладки на длинные волосы, это сделает их неуправляемыми. Ну и после нанесения воска или геля на ваши волосы, закрепите прическу небольшим количеством лака. Если переборщите, волосы будут выглядеть либо жирными, либо неопрятными. Многим молодым мужчинам приходится бороться с облысением. Средства для ускорения роста волос, а также пересадка – это возможное решение. Однако простой и современный способ борьбы с выпадением – подстричь волосы очень коротко или сбрить их совсем. Как показывает опыт Брюса Уиллиса, это может выглядеть весьма сексуально. Однако перед тем, как принимать это решение, проконсультируйтесь со своим парикмахером-стилистом и узнайте мнение близких людей. В наше время каждый мужчина прекрасно понимает, как важно выглядеть опрятно и ухоженно, чтобы создать приятные впечатления. Хорошая стрижка и стильная укладка сделают вас более уверенным, привлекательным, а значит успешным. Удачи!